Привет, меня зовут Таня, я сотрудник ССХ Одессы. ССХ для меня — это служение, служение не только в церкви, но и служение прежде всего в университете, где мы можем благовествовать в общежитиях, в университете, изучать Библию и также вместе молиться со своими одногруппниками и с верующими, которые учатся так же, как и ты.